Всем привет! Сейчас будет примерка. Ненадолго я вас отвлеку. Сейчас посмотрим, что в этой посылочке. Ну и потом будет примерка. Я знаю, что вы любите такие видео. А я люблю примерять. Гладильную доску уже поставила, если нужно что-то разгладить, сделаю сейчас это. Футболка. Футболка. Я стараюсь заказывать такие вещи, чтобы их можно было друг с другом сочетать. Посмотрим, что в этот раз у меня получится, угадала я или нет. Так, это тоже футболка, но это для дочери. Но я вам ее покажу. У нее есть вот такого цвета кроссовочки, может быть, они чуть посветлее. И вот я ей заказала на лето. Так. Брюки. Помните, я точно такие брюки заказала, и они очень понравились Оле. Вот сейчас на мне такие же, только цвета хаки. А это бежевые. Ну, такие, знаете, стрелочки впереди, как спортивные штанишки. Они укороченные, но очень удобные. Поэтому у меня теперь будут и хаки, и бежевые. Этим бежевым брюком я заказывала вот такого кофейного цвета футболочку. С размером только не знаю, как получится, потому что, ну, бывает, маломерят. Посмотрим. Так. Это тоже футболка, по-моему. Или костюм. Или футболка. Нет, это футболка. Она, кстати, тоже очень хорошо будет сочетаться с этими брючками. Ну и вот с этими брючками будет хорошо сочетаться, которые сейчас на мне. Видно вам? Не видно? Ну ладно, потом, когда буду примерять, все покажу. Вот такая ветровка. Но это как толстовка-ветровка. Для меня это больше как ветровка. Она такая объемная, прям оверсайз. 58 размер заказала, но не знаю. Смотрите, как хорошо подойдет к этим брючкам. Посмотрите. Сейчас все увидите. Момент. Так. Это не помню что. Толстовка. Толстовка. Тоже. Тоже толстовка. А, кстати, эта толстовка, может быть, вот так вот ее можно будет носить под ветровку. Толстовка под ветровку. Ветровку в брючке. Брючки в гольфике. Красавчик! Так, это футболка. Вот эту черную футболку я заказывала для того, чтобы носить под вот эту блузу. Чтобы эта блуза тоже была как летняя ветровка. Посмотрим. Я только сегодня ее забрала. Мне портниха сшила, Ирина моя. Так. Прям как из чудесного мешочка достаю. Вот. А в другом цвете не было. Я сначала заказала в другом цвете. Потом случилось поступление на сайте. Сейчас, кстати, там очень много новой одежды. Как-то было затишье, а потом как-то резко новая одежда появилась. И я тут подоспела. А, причем она как-то вперемешку вся. То есть там и новая, и старая. Так. Вискоза. Штапель. Вот такого цвета. Знаете, такой цвет, как бы розово-терракотовый в горошек. Приятный. Заказала большого, прям большого размера, 60-го, потому что штапель сильно дает усадку после стирки. Я это знаю, подстраховалась. Ну вот.
с белыми брюками. Представляете, горошек белый с белыми брючками, будет здорово. Сейчас все примерим. На сайте действуют скидки до Пасхи. По-моему, мне так написали. В общем, спросите у менеджера. До 2 мая на сайте действуют скидки. До 2 мая. Вот включительно или нет, не знаю. Но, в общем, скидки, интересуйтесь у менеджера. И доставка от 5000 бесплатно. Ну что, начинаем примерку? Сразу вам покажу футболочку, которую я заказала для дочери. Вот, смотрите, 54 размера я заказала. И правильно сделала. Лиза любит свободные вещи. Ну и так как она невысокого роста, подлиннее будет хорошо. Вот такой рукавчик. Но она маломерит, явно маломерит. Хотя цвет изумительный. Яркий такой, мятный. Яркого мятного цвета. Футболочка с кроссовками будет отлично. Вот, доча, приезжай. Видите, 54-й. А она на самом деле, ну, знаете, на 48-й. Вот так где-то. Ну, на 48-й, не больше. Поэтому, если хотите именно вот эту футболку заказать, заказывайте прям на несколько размеров больше. На 2 как минимум. Вот эта футболочка 60-го размера. Сейчас, если бы Оля, моя сестра, ее примерила, а у Оли 50-52 размер. Она бы сказала, на меня, как раз на меня. Она любит свободные вещи. Ну вот, пожалуйста, 60-й. Так что, кто любит посвободнее, заказывайте размер побольше. Ну и вот эту толстовку-ветровку сейчас примерим. Она без подклада, вот такая, просто трикотажная. Сверху хлопок, а внутри добавлен вот такой полиэстер. Наверное, она усадку не даст, ткани-то. Так, примеряем. Это 58 размер. Взяла побольше, потому что мне всегда рукава короткие. Но вот сейчас, думаю, будет нормально. О, какая свободная, смотрите. Можно было 56 или даже 54. Прям очень свободная. Но там таблица размеров есть, там и указано это, что вот этот вот пыльничек или ветровочка, как ее назвать, что она свободная. Прям вот я смотрю на себя сейчас, слишком свободная. Но тут есть вот такие вот тесемочки. Можно затянуть низ, и все, и она такая получается аккуратненькая, пузыриком. Можно какой-то шнурок туда вставить вместо этой тесемочки, она как-то вытягивается. Ну вот. Вот такая вот ветровочка на лето. Толстовка. Она там значится как толстовка. Сейчас попробую с другими брюками примерить. Вот такого цвета. Они слегка посветлее. То есть сейчас в этих брючках цвета хаки, которые там же в Тикитек заказывала. Ну как капюшон. Капюшон маловат, кажется, или нет. Ну, в общем, хотелось бы как-то посвободнее, что ли. Ну, так, если ветерок будет, можно накинуть вместо шапочки. Выглядит эта толстовка. Все, сейчас примеряем брюки.
Так, я в брючках. Видно вам? Или не видно? Подальше уже не могу отодвинуть лампу, потому что у меня тут вот розетка. В общем, с этими брюками ветровочка отлично смотрится. Ну, девчонки, я ее называю ветровочка, но на самом деле это толстовка. Ну, написано так на сайте. Но ее запросто можно на футболку носить, как ветровку. Капюшон маловат. Вот как для меня, хотелось бы прям вот пообъемнее. Ну, я не думаю, что кто-то прям капюшоны эти носит, особенно летом. Сейчас еще попробую с этими брюками надеть другую футболку. Ну, вот такая ветровка. Смотрите. Прямо вот 56-й даже, если был, было бы неплохо. Ну, я и 58-м довольна, потому что у меня рост, у меня длина рукава. Я бы, наверное, была недовольна рукавом, если бы был размер поменьше. А сейчас длина рукава хорошо. Все. Перемеряем другую футболку. Вот эта футболочка... Кофе, по-моему, цвет называется. Мне кажется, она лучше сочетается, чем зеленая с этими брючками. А та футболочка больше с брюками цвета хаки. Правда же? Ну, вот такая. Это, по-моему, 56-й размер футболка. По-моему, больше и не было. Нет, футболка 58-й размер. Вот это. Хлопок. Хлопок 100%. Если вот в кофточке, в этой с капюшоном, там 20% полиэстер, ну так написано по составу, то здесь 100% хлопок, футболочка. И сейчас примерим леопарда. И вот такой я леопард. Вот вы знаете, к этой футболке очень бы подошла длинная юбка на запах. У меня была такая юбка. Ну, кому-то я ее, конечно же, давным-давно уже подарила. Ну, вот было бы неплохо, лучше, чем с брюками. Либо какие-то широкие брюки. Кстати, с широкими брюками я эту футболку померить могу. Прямо сейчас. Ну, футболочка неплохая, вискоза. Вот эта ткань вискоза, она прям понежнее, чем хлопковая. Такая потоньше. Вот так, девчонки, смотрится с черными брючками. Видно вам? Просто ветровку или курточку какую-нибудь наверх накинули, и все, можно гулять. Очень приятная футболка, прям я вот этой футболочкой очень довольна. Так, что там еще у нас есть? Так, девочки, вот такая толстовка. Цвет, ну, оливковый такой, я бы сказала, наверное, оливковый, светлый. И смотрите, у нее рукава и горловина, и она сама не обработаны. То есть вот так вот по краю шов строчка такая идет. Зигзаг или как парная. И все. Видите, как внутри? Вот так изнаночная сторона выглядит. То есть там просто подшита полоска. И все. Интересно. Ну, видимо, не сыпется ткань, поэтому они вот так решили покреативить. Ворот я посмотрела, сшит точно так же. И низ. Низ толстовки сделан тоже так же. Так. В общем, она не обработана как-то. Классическая обработка не проведена. По-другому сделана. Новомодно. И знаете, что я хочу вам про эту толстовочку сказать? Мне нравится, как она сидит, прямо очень. Особенно вот с этими штанишками широкими. Но воротник такой вот объемный. И мне кажется, он сильно глубоко, что ли, вырезан. Сильно глубоко вырезан, мне кажется. Как вам кажется? Воротники, посмотрите. Мне кажется, можно было поменьше. Или тогда голова не пролезет. Что ты сочиняешь? В общем, вот такая толстовка. Цвет мне нравится. Фасончик мне нравится. Насчет необработанных рукавов, думаю, ну, не поползет ткань. Делают же сейчас так. И она не ползет. Надеюсь, после стирки будет точно так же. Я, честно говоря, в описании не увидела, что вот так вот обработаны
края изделия. Может, так и надо. Как вам такая толстовочка? Они там есть разного цвета. Еще, по-моему, есть на каких-то вот тут цветочек, типа розочки, черненькие, как вот на моей желтой. Помните, я заказывала? Там что написано? Beautiful. Что там написано, не помню. А тут розочка. Коралловая, по-моему, и еще какого-то цвета, синего. И тут розочка нарисована. Тоненькой-тоненькой такой полоской. Так, что там еще у нас есть? Еще у нас есть черная футболка. Сейчас ее примерю. И вот такая футболка. Как вам? Она мне нравится очень. Это 58 размер. Футболочка мало мерит. Прямо вот хотелось бы прям посвободнее. Ну, неплохо. Можно под ветровочку ее надевать. Такая тут девушка. Красавица. Попыталась ветровку надеть. Вернее, это не ветровка, а рубашка такая черная, хлопковая. Хлопок с вискозой. Покрутилась, повертелась. И что-то мне не понравилось. Мне кажется, что футболка должна быть однотонной, какой-нибудь яркой. Потому что и брюки черные, и блуза черная. Ну вот никак с принтом мне не понравилось. Поэтому даже поворачиваться не стало. Нехорошо. Ну, думаю, неплохо выглядит. С кроссовками можно носить ее. У меня есть красные туфли. Можно красные туфли, красную сумку. Правда? И есть еще кое-что, что я могу примерить. В общем, вот такая золотаюшка у меня. Сейчас. Ну вот, рубаха, как ветровка. Зеленые штанишки еще надеть, да? Будет неплохо, хотя можно и с черными. Еще блуза у нас есть. Сейчас блузку будем примерять. Так, девочки, вот эту футболку вам хочу показать. Очень мне понравилась. Я, честно говоря, думала, она будет прям бежевого цвета такая. Но она серо-бежевая, причем светлая-светлая. И серебристый вот такой прорезиненный на ней цветочек. Надо было, наверное, мне беленькую заказать. Это уже универсальная вещь, и она бы подошла под любые брюки. Но вот с теми брюками я не примеряла, а решила с белыми. С белыми широкими примерить. Думаю, что можно будет их взять с собой. Или коротенькие свои брючки. В общем, такая футболка универсальная. Под любую ветровочку, под жилеточку пойдет. Под толстовочку. Хлопковая, хорошенькая. Рекомендую. Так, ну и что? Блузу будем примерять в горошек теперь. Вот это просто чудо, легкая вискоза штапель. Я вам сказала, что я ее заказала большого размера. Но то, что свободненько, это даже хорошо. Это даже хорошо. Я ее отпарила, и у нее сразу стал другой вид. Она в пакете была такая мятая, ну потому что это штапель помялась. Вот теперь отпарила. Посмотрите, какая замечательная блуза. Просторная, все прикрыто. Девчонки, рекомендую прямо побольше размер заказать. Прям вот побольше. Замечательная блузка. Прям чудесная. Ну вот серьги из родонита надела, прям сюда подходит. Отлично. Она какая-то розово-бежевый у нее цвет. Вот такой розово-бежевый. Я сначала сказала терракотовый, но сейчас смотрю, для терракотового она сильно светлая. Ой, в горошек, мой любимый горошек. Выточки, все как положено. Девчонки, рекомендую блузон вот этот, рекомендую очень. На лето, то, что нужно. С белыми брючками отлично будет.
все показала, ничего не упустила. Спасибо Тикитекс за предоставленную одежду. Напомню, что до 2 мая, до Пасхи, магазин предоставляет скидки. Обращайтесь, спрашивайте. Ну и доставка от 5000 бесплатно. А ссылочки на каждую вещь я, как обычно, оставлю в инфобоксе под видео, поэтому я цены не называю. Зайдете, сами посмотрите. А теперь пока-пока. До встречи в следующем видео.